Так, всем доброе утро. Наконец-то мы в Сочи начинаем работу свою. Анастасия получила доверенность. Откуда, Анастасия, у нас доверенность? У нас реальная доверенность. У нас... ЖК-фрукты. Да, ЖК-фрукты на прораба. Да, на выполнение работ. Ребят, сейчас что-то творится непонятное. То есть все пытаются вложить деньги. У нас даже... Первый, наверное, такой получился договор на половину чернового ремонта. Честно говоря, раньше бы мы отказались, но сейчас прекрасно понимаем, что у людей есть некая сумма, и они не знают, а вот что с ней делать, да, вот что теперь делать с той суммой, которую вроде как и не хватает на ремонт, и на полностью черновой ремонт не хватает, и нужно закупить материалы, и не все понимают, что именно надо закупить. Ну, к сожалению, не все могут самостоятельно вести ремонт, и мы нашим клиентам помогаем. Посмотрите, какая прекрасная погода, у нас солнце. Мы куда ни приезжаем с Алексеем, да, Леш? Везде солнышко. В том числе и у нас в Мытищах тоже было вчера в Москве солнечно и хорошо. Долетели, как я уже тогда сказал, 4 часа мы летели, ребят, в обход всего того, что могло бы вдруг чего-нибудь случиться. Прекрасная, наверное, новость для тех, кто хотел бы, чтобы недвижимость подорожала у нас в Сочи. Итак, давайте посмотрим наши новости, которые у нас в Сочи появились. И вы напишите свой комментарий, диванные наши аналитики, инвесторы, можете, риэлторы нас тоже смотрят. Как вы считаете, ну действительно ли цена сейчас взорвется? Честно говоря, от моих коллег у меня не поступало какой-то информации, что резкий какой-то всплеск идет по продажам. Я, конечно, понимаю, что, возможно, сейчас жители соседних государств, так сказать, назовем, да, бывшего СНГ, у них тоже сейчас проблемы с курсами их местной валюты, и они, может быть, сейчас стараются эту наличку в долларах сюда перевести, либо обналичить и здесь что-то купить. Возможно, так и произойдет. Посмотрим. А теперь давайте посмотрим, что говорят нам новости. Начали поднимать цены на квартиры в Сочи после того, как Центробанк повысил ключевую ставку до 20%. Некоторые банки объявили о прекращении выдачи ипотеки. Об этом сообщают эксперты по рынку недвижимости. Отмечается, что у некоторых застройщиков на курорте стоят очереди из желающих приобрести жилье. Но такая ситуация не может продлиться долго. На вторичном рынке сейчас часть продавцов снимают объекты с продажи. Все это происходит в ожидании наступления более прогнозируемых времен. Тем, у кого была одобрена ипотека по старым ставкам, советуют быстрее покупать недвижимость. Тем, кто не успел одобрить ипотеку, имеет смысл подождать, считают эксперты. Так, ваше мнение в комментариях обязательно. И давайте посмотрим, наш прораб Алексей был в двух жилых комплексах. Посмотрим, какая там сейчас ситуация по работе, оценим ее, отчитаемся перед нашими заказчиками. Поэтому можете тоже делать с нами ремонт, мы успешно все делаем на этих объектах. Жилой комплекс Сан-Тропе. У нас подошел к концу черновой ремонт. Позавчера буквально сделали стяжку пола. На этом работы черновые закончены. Теперь квартира стоит на прошивке. Вот так выглядит комплекс. Поднимемся, посмотрим, как выглядит стяжка. Мы поднялись на 9 этаж. И вот так выглядит стяжка пола. Черновой ремонт закончен. Кому нужно сделать ремонт в данном комплексе, обращайтесь. Жилой комплекс Челтенхем. Продолжаем мы делать ремонт. Вчера еще завезли материал. Был сильный дождь.
Одна квартира у нас уже отштукатурена, установлены блоки. И вторая тоже почти закончена. Сегодня переходим на следующую. Зайдем, сейчас посмотрим. Вот завезем материал на квартиру 30 квадратных метров. Небольшую студию. И также завезли материал на большую квартиру. Вчера успели занести все. Сейчас опустимся, то есть поднимемся на 12 этаж, посмотрим, что там сделано. Поднялись мы на 12 этаж. Тоже здесь квартира 52 или 53 квадратных метра. Здесь выполнены уже перегородки из блока и все отштукатурено. Вот таким вот образом выглядит квартира. Вот комната. Здесь большая прихожая, возможно, будет гардеробная сооружаться. Здесь кухня-гостиная. Вот тут кухонная зона. И еще одна вот такая вот комната. В апартаментном комплексе «Моравия» мы производим уже чистовой ремонт. Давайте посмотрим. Александр тоже снял для нас видео, и мы отправили нашему заказчику, который вообще находится за границей. Так, ребят, плиточные работы у нас на «Моравии» окончены. Вот так у нас выглядит санузел. На данный момент сейчас мастер затирает швы. Вот такая душевая кабина, здесь у нас инсталляция, люк. Здесь так все выполнено. Серый мрамор, достаточно симпатичный. И комнаты. Также плитка выполнена вот здесь, на подоконниках. Вот таким образом. Ведется работа по шпаклевке. Здесь. Вот таким образом выполнен подоконничек здесь и фартук кухонный вот таким образом. Гранд Парк 288 квартира, и здесь мы закончили монтаж электрики. Здесь у нас щиток. Розетка под Wi-Fi, роутер, коридор-выключатель, санузел. Здесь уже начали подготовку к монтажу сантехники. Вот электрика, свет. Здесь все есть. Комната. Трасса уже готова. И... далее кухня. Здесь также начали монтаж сантехники. Электрика готова. Так, пока там Алексей общается с клиентом, объясняет, что входит в чистовые работы, я хочу вас, ребята, попросить подписаться на наш телеграм-канал. Почему? Потому что неизвестно, что будет под санкциями, неизвестно, что будет у нас, возможно, тормозить или не работать, и хотелось бы, чтобы вы нас не теряли. Ссылочка будет в описании под видео и в комментариях. Обязательно это сделайте. Так, ребята, вот такие у нас изменения на наших объектах, поэтому подписывайтесь, не медлите с ремонтом, потому что цены дорожают, не от нас это зависит. К сожалению, да, есть, мы были бы рады вернуться к тем ценам, которые у нас были изначально, но тогда материалы стоили примерно в два раза дешевле.
высказывайте свою точку зрения относительно сегодняшней темы. Жду ваших комментариев. Всем хорошего настроения, удачи, не болейте, пока.